Скибиди воп поп 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 скибиди туп туп не скибиди. Ребятушки, у нас сегодня скибиди туалет фигурки, скибиди скибиди фигурки. Мы будем искать золотого скибиди ТВ-мена, самого редкого в этой серии. И начинаем прямо сейчас. Вот, друзья мои, значит, сегодня у меня пакетики. Открываем эти пакетики. Обязательно лайк ставим, чтобы продолжались наши скибиди-пакетики с фигурками. Посмотрим, что это за фигурки такие. Давайте сюрприз-пакетики открывать по скибиди-туалету. Скибиди-скибиди. Давайте посмотрим. Может быть, нам сразу выпадет золотой скибиди-ТВ-мен. Давайте открывать и смотреть. Первая фигурка, которая... Но это неинтересно. Первая фигурка, которая нам попадается, это скибиди туалет. Бородатый такой у нас уже у меня был. Коллекция, если не смотрели, посмотрите. В принципе, мы его... Ой, только он кривой. Это унитаз, который кривой. Он уже заваливается, так что здесь дело такое. Ладно, эту фигурку проехали, неинтересная. Следующая фигурка... Следующая фигурка... О, это колонка Мэн. Аудио Мэн. Колонка Мэн. Не ТВ Мэн, не золотой пока, но колонка. Непосредственно. Вот такая вот. Не водоколонка, а колонка Мэн. Значит, смотрите. Он в костюмчике. Он в штанишках. Он с галстучком. Он, значит, с колонкой. Вот такая вот история. Грязная рубашка у него. Но он в боях участвовал, ладно. Вот он стоит. Кстати, Уставчивый ТВ-мен. Хорошо, ТВ-мена оставляем. Так, давайте будем складывать. Значит, вот он может встать на скибиди туалет. Вот так вот. Ха-ха! Победа! И он такой, типа, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну или как там. Следующая фигурка. Открываем. И следующая фигурка — это камерамен. Е-мен. Камерамен. Пластиковый камерамен. Здоровый, здоровый, худощавый. На ПП, наверное, сидит, на правильном питании. Вот такой он, полностью в глянцевом, черном, как будто кожаном костюме. Вот в таком, ну, тут видно, что это он. Пластик, конечно, это, потому что это не оригинальные фигурки, это с Marketplace фигурки, но вот посмотрим сейчас на качество. Что пахнут? Ну, так, чуть-чуть, не сильно, но пованивают, но не сильно. Вот такая вот у него камера, башка-камера, камера-башка, вот такая, значит, и он не поворачивается, ничего, но тут, кстати, внизу тут, это, наверное, для ультрафиолетового, ну, вот такой вот камерамен, синяя рубашечка, даже, посмотрите, покрасили, руку одну сжимает, и вот, команда у нас дополняется, наполняется. Следующая фигурка. Здесь тоже какой-то мэн, скорее всего. О, ребята! Мы нашли сразу практически золотого. Я же говорил, золотого ТВ-мена. Это супер редкая фигурка. Потому что я так сказал. Золотой. Ну, посмотрите, он реально золотой. Как золотой слиток. Он супер золотой. ТВ-мен, у него телевизионная голова, и он золотой. Мы нашли, ищем золотого и находим его. Золотой ТВ-мен присутствует. Ничего себе, вот это он блестящий. Но это да, это раритеточка, это раритеточка. Это чипов много на него надо. Что там в игре ТВ-мен туалет, или как там, скибиди туалет, битва, или скибиди... Как-то туалет войны... Короче, вы сами разберетесь, как он называется. Так, следующая фигурка, может быть, там еще будет какой-нибудь. О, это братюня же его. Это же его братюня. Это же его братюня. Это, посмотрите. Вот это вот обычное, вот я вам знаю. А это вот золотой, это супер редкий. А это вот обычный ТВ-мен. Обычный ТВ-мен. Здесь у него, ну вот здесь, видите, раскрашен. Мы сейчас давайте сравним их как раз. Вот этого ТВ-мена с этим. Значит, здесь у нас выглядят они абсолютно так же одинаково. То есть это одна и та же моделька, только этот из золота. А этот в пиджаке, в пальто в таком, с ботиночками. И стоит такой вот он строгий. Вот, они могут стоять. То есть этот обычный, этот супер редкий. Ну вот такой. Теперь есть и такой, и такой. Обычный и супер редкий. Вот такая, то есть у нас прям реально команда, и они прям вон доминируют над туалетным чуваком. Будут ли еще туалетные чуваки? Узнаем прямо сейчас.
Да, будем. Оу, зеленый. Зеленый, зеленый, зеленый. И тоже с кривым унитазом. Посмотрите. О, у него тут еще. Ну что, это кокулька? Он вылезал из туалета и в кокульку вляпался? Может быть, может быть. Вот, о боже, ну и взгляд. Это просто какой-то кошмар. И у него тоже, кстати, его прям прибило крышкой. Ну они прям, не, ну он хотя устойчивый, ну посмотрите, какой кривой. Ну это же просто ужас. Давайте, надо найти того, кто его замнёт. Потому что пока он стоит, и он такой... Шкибери-шкибери, воп-поп-поп. И такие... не спускается. Не спускается никак. Окей, хорошо. Ладно, пока он у нас победитель. Ну, нам нужно подкрепление. Внимание, нам нужно подкрепление. Подкрепление, 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 подкрепление. Из кибиди туалетов. Так, следующая фигурка. Это. О, какой сильный. Какой стильный парень, стиляга. Какой стильный парень, стиляга. Стильный стиляга. Это у нас... Ой, а что у него с головой? Сейчас разберемся. Что у него с головой? Это колонка Мэн в фиолетовой рубашке. У меня друган в такой ходил всегда. Модным себя считал. Ну, не знаю. У вас есть фиолетовая рубашка? Напишите. Ставь комментарий и пиши лайк, если у тебя есть фиолетовая рубашка. И если у тебя есть колонка вместо головы. Колонка. Здесь у него более небрежный. Кстати, по-моему, это точно такая же фигурка, как и вот эта. Просто по-другому покрашена, да? Ну, они как будто бы немножко разные, но просто они, по-моему, по-разному кривые, да? Ну, давайте посмотрим. А, у него этого тоже. Посмотрите, здесь почему-то глянцевая, а здесь матовая колонка. Угу. Рубашка также заправлена в штанишки. Галстук. У этого как будто длиннее галстук. Или это из-за покраса такого, я не знаю даже. Слушайте, не разберусь. Ну, вроде бы они одинаковые. Так, ладно, давайте вот этот вот, фиолетовые рубашки. А, нет, фиолетовые... Точно! Фиолетовой рубашке будет вот этого какашка Мэна давить. Что происходит? Стой! Стой! Смывай! Садись! Ладно, просто сядем на него. Вот так. Хоба! Сели. Вот так. Да что ж такое-то? Нет! Они побеждают! Они уничтожают моих скибиди чуваков. Перестаньте это делать. Вот этот тут будет давить его. Дави его, давай. Злодей. Так, друзья мои, и у нас сегодня финальный пакетик, и чтобы продолжалась распаковка пакетиков сюрприз скибиди туалет, скибиди фигурок, мы смотрели, обозревали, открывали, посмотрели качество, как такой набор стоит или нет, то ставьте большие пальцы вверх, будет чаще вам показывать. И это колонка Мэн Титан, да? Титан же, да, самый крутейший. У-ху-ху. Да, слушай, ну все, теперь, конечно, все, всем хана, потому что, смотрите, во-первых, очень много аудио с хорошим звуком, с хорошей музыкой, с хорошим роком, рок-н-роллом или какой-нибудь музыкой отличной. И у него здесь колонки, и у него еще на руке гранатомет. Гранатомет. Вот такой вот. Глянцевые красные рубашки, вот. Ну, в общем, такие вот фигурки, они неподвижные, ничего, в общем, стоили где-то 700 рублей за набор. Вот такой на маркетплейсе, на букву О, на букву З, на букву О и на букву Н нашел. Конечно, это все фейковые, но мы для этого и смотрим, понайдем ли супер хорошие, супер классные, интересные, необычные. Так, вы знаете, здесь две повторки, просто два перекраса, есть золотой, совершенно бесполезные, встречающиеся почти в каждом наборе туалета Мэны. Зато есть очень прикольный, классный вот этот вот чувак, который, ну, не всегда, не во всех наборах встречается. Я считаю, что вот он того стоит. Ну, а вы ставьте лайки. Пока!